Уже в марте этого года состоятся выборы президента Российской Федерации. В Серпухове сейчас активно ведется подготовка. Сделать свой выбор серпуховичи, как и все россияне, 18 марта. В этом году процедура значительно упростилась. Проголосовать за президента можно будет в том числе и не по месту регистрации. Для этого необходимо обратиться с паспортом в территориальную комиссию, написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Избирателю нужно определиться четко, где он будет находиться в день голосования, так как это заявление можно подать только один раз по закону. Подача заявления по месту своего нахождения, она действует не только для иногородних избирателей, то есть не только если вы прописаны в другом городе, а находитесь в городе Серпухове в день голосования. Она, это правило, действует также для жителей города Серпухова, которые фактически проживают в одном районе города, а зарегистрированы, то есть прописаны, в другом районе. Заявления будут приниматься с 31 января по 12 марта, в участковой избирательной комиссии с 25 февраля. После этого достаточно прийти на избирательный участок по месту нахождения с паспортом и получить избирательный бюллетень. Подать заявление можно по адресу улица Советская, дом 88, кабинет 124, телефон для справок 79 00 01.